на ралли. Мне нравится туда ходить, и меня родители позвали, чтобы я шел на хоккей. Мне нравится быть нападающим, потому что я забиваю голы. Сегодня у нас была встреча учащихся школы с представителями легендарного клуба «Адмирал». Это очень интересное, очень занимательное дело. Об этом надо рассказывать, нужно показывать легендарных наших хоккеистов. Мне очень хотелось задать вопрос Данилу. Как вы учились в школе? И он учился без строя. Это же супер. То есть настоящий мужчина, настоящий хоккеист, он должен быть идеален во всем, не только в игре, но и в учебе. We'll be right back.